Средство контроля налоговых органов – это устройство, которое устанавливается в специально предусмотренный внутренний отсек кассового оборудования, либо прикрепляется снаружи. Оно позволяет налоговым органам в режиме реального времени отслеживать данные о выручке, а также выявлять нарушения. Субъекты хозяйствования обязаны установить средства контроля налоговых органов в кассовое оборудование, используемое юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговлю и оказывающими услуги на автозаправочных станциях до 1 октября 2020 года. 2015 года. В автомобиле такси и индивидуальные предприниматели, юридические лица до 1 февраля 2016 года. Торговые объекты с торговой площадью 650 квадратных метров и более до 1 июня 2016 года. В автоматические электронные аппараты, торговые автоматы, а также при оформлении проезда и оказании услуг на железнодорожном транспорте общего пользования до 1 марта 2017 года. Все остальные организации при продаже товаров должны установить средства контроля в кассовое оборудование в городах областного подчинения в городе Минске до 1 сентября следующего года, в городах районного подчинения до 1 декабря следующего года, в то время как на всей остальной территории страны до 1 декабря 2017. Возможности системы, с одной стороны, позволят оперативно выявлять нарушителей, с другой помогут анализировать структуру и размеры выручки, которые смогут отслеживать хозяева той или иной торговой точки. Установка, обслуживание, снятие средства контроля налоговых органов, а также функции центра обработки данных осуществляются РУП информационно-издательский центр по налогам и сборам. Также на основании договоров, заключенных с РУП информационно-издательский центр по налогам и сборам, организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по техническому обслуживанию и ремонту кассового оборудования, предоставлено право осуществлять установку, обслуживание и снятие средств контроля налоговых органов. Поэтому тем, кто еще не установил средства контроля налоговых органов, следует позаботиться об оснащении своих объектов данным оборудованием. В свою очередь, это позволит предотвратить финансовые потери и избежать проблем с контролирующими органами. Всю интересующую информацию по данному вопросу можно получить в местном налоговом ведомстве.